На правовой точке зрения, я тоже об этом говорил, это все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Значит, повторю еще раз, сама Армения независимости Нагорного Карабаха не признала, и поэтому в этом смысле, и имея в виду это обстоятельство, то сам Нагорный Карабах, это тоже с точки зрения международного права тоже это Азербайджан.